Необычным способом решил обратиться к своим избирателям польский политик Andrzej Wajda. В преддверии выборов в Сейм он записал песню в стиле heavy metal, а именно в ней он изложил свои политические взгляды. С творчеством потенциального народного избранника знакомился мой коллега Владимир Роминский. Володь, понравилось? Ну, мне действительно понравилось, но потому что больше, наверное, необычно. Такого, конечно, я еще не видел. Конкретное сообщение именно так назвал депутат городского парламента польского города Шейн Andrzej Wajda свое обращение. Он баллотируется в польский парламент от Союза демократических левых сил и в своем ролике озвучивает предвыборные лозунги. Сам политик, в отличие от музыкантов, которые играют у него за спиной, одет в деловой костюм. Однако то, как он рассказывает о программе партии, вполне соответствует музыкальному сопровождению. Ну вот, давайте сейчас послушаем. Вот такой стиль, если так можно выразиться, пение, называется у хэви-металлистов гроулингом. Так вот, этим самым гроулингом Wajda выкрикивает слова. «Конец бессмысленной болтовне, хватит тупых войн». Советское правительство, достойная жизнь, свобода. Это мои цели, голосуйте мудро. Сейчас конкретное обращение Andrzej Wajda уже посмотрело более 260 тысяч человек. Так что можно говорить о том, что он выбрал весьма интересный и популярный формат. Не менее интересно читать комментарии к его ролику. Одни отмечают, что готовы сами переехать жить в Польшу, раз там такие продвинутые политики. Другие выражают ему благодарность за эту запись. В одном из комментариев говорится: «России очень нужны такие классные люди в правительстве. Приезжайте к нам». Ну, а я отмечу, что пока российские представители правительства все больше играют песни о родине. Надо посоветовать в преддверии думских выборов оппозиции, возможно, использовать такой необычный формат обращения к народу, о котором рассказывал Владимир Роминский.